ВКонтакте. А ви теж вже дивились відеопетицію до Зеленського? Адже вперше в країні до президента звернулось через YouTube. Якщо ви підтримуєте розпуск Ради, ставимо лайк, якщо не підтримуєте, ставимо діс. Автори петиції, а саме команда Z, наполягає на проведенні інавгурації 19 травня та розпуску депутатів Верховної Ради. Автори впевнені, якщо ролик збере мільйон переглядів, то Зеленський обов'язково зверне на нього увагу. Ми запитали одеситів, як вони ставляться до нового типу петицій та чи треба казати народним обранцям «прощавай». Як ви ставитесь до цього взагалі, до такого ютуб-петиції такої? Ну, сучасне время, нормально. Це ноу-хау, нове видіння, ну, щось нове, я думаю, звісно, я з цим согласен. Ну, мені подобається, це добре, я вважаю, тому що, ну, ближче як-то к народу це. Наверное, це ж все-таки голос людей. Таким образом, чтобы не собирать новые референдумы, чтобы не тратить деньги на какую-то рекламу. У вас было такое в Анголе, чтобы кто-то обращался кому-то, петицию делал к парламенту через YouTube? Да, есть, конечно. Да, а что просили? У нас там вообще много. Но это интересно, это что-то новое вводят. Да, или что-то прикольное. Разнообразие какое-то хотя бы. И дает возможность не только голосовать, а еще в онлайне, чтобы все проводилось и люди смогли. То есть, у кого не получается, допустим, приехать, да, они будут это делать там по Ютубу и как-то там. Ага. Это мы удобнее, за. Да. Мы за, да. Что было? Что просили? Ну, это для ситуации. Ну, там, что, например, вспомните. Ситуация как бы... Government. Да, парламент. Да, парламент, да, ситуация как government. Скажите, как страна идет, понимаешь? Что-то и сработало, плохо. Сработало? Да, сработало, но сейчас уже нормально. Ну, что-то достаточно, скажем так, современно, но при этом она не имеет никакой юридической силы, как я понимаю. Угу. Главное, поэтому... чтобы это коснулось народа, и они увидят, народу ближе YouTube все-таки, Instagram и вот эти вот сети. Як ставитись до розпуску Верховної Ради взагалі? Чи треба, чи ні, на вашу думку? Ну, наверное, треба. Почему? Новий президент, нова Рада, все должно быть нове. Я не считаю, я думаю, они там зря просто сидят. Такое большое количество людей в Верховной Раде, они, я думаю, не нужны. Должно что-то новое прийти, чтобы страна стала лучше, как-то, ну, понимаете, более на евро уровне все такое. Может, я как-то не очень говорю, но... Ну, в сердце вы понимаете. Ну, в сердце я это чувствую, да, я понимаю. И если как бы можно было бы голосовать за распуск, я голосую за. Если я, конечно, маленький человек, но, может быть, мой голос как-то примет. Parliamentary Republic, right? Yeah. So, Prime Minister for the Apple comes to the Parliament and says, I'm firing you. Yeah, it's not possible in Canada. Why? The Prime Minister doesn't have this power. Uh-huh. And the president, the Queen Elizabeth? No, she has very limited powers as well. Mm-hmm. Canada is very independent from the Queen. So in Canada, once the people elect a representative for their area, their territory, that person is their representative. The Prime Minister cannot fire them. Можно сократить количество хотя бы в два раза. Это было бы прекрасно. Зеленський в своєму відеозверненні порівняв Порошенка з туристом, який нібито не бажає залишити готель в Єгипті. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі. Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Ви би з чим порівняли Порошенка? Я знаю туристов из Египта, это идеальное сравнение, оно подходит превосходно вообще. Это очень лояльное сравнение, я бы его сравнил бы как-то более некорректно. Как, например? Не хочу. Ну, мы запикаем слова. Не надо. Не, ну, вдруг меня бабушка увидит. Порошенко? С этим бы и сравнил, наверное. С туристом? Да. В Анголе есть отели? Гостиницы? Отель? Да. Гостиницы, да, конечно, да. Есть. Много. Туда приезжают украинские туристы? Там есть украинские, которые уже живут там давно, в Анголе. А туристов нету? Туристов
Ну, не знаю, я уже давно не был дома, я уже тут 6 лет давно не был там дома. Ну, раньше так, раньше был турист, украинцев да много. Они с собой тапочки забирали или оставляли? Ну, тапочки, полотенца, не трогали? Не трогал, конечно, все нормально. Знаете, мы как люди, которые живем в эмиграции, китайской. Ну, какая разница в какой? Там все живут в своей эмиграции. Да. Мы за позитивные изменения в своей стране. Если все станет лучше, потому что хуже уже, ну, как бы куда. И раз вот решили попробовать на такой кардинальный шаг выбрать президентом человека не из политики, и я считаю, на его месте да, надо все распускать, звать свою команду. Раз вот так кардинально решили поменять, давайте менять, проверять. То есть время покажет, хуже же уже ну, не будет. У бабушки меньше уже пенсии у моей не станет, чем 3000, там, правильно? Це був сюжет про нагальні питання від редакції. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення. Редакція.